Всем привет, это Team Rizzo, меня зовут Женя Раян, и сегодня я научу вас делать колесо Зена, или как называют его сам Зен, Monster Ball. Колесо Зена! Кстати, я буду учиться этот элемент сегодня вместе с вами, я его также не умею, и заодно мы проверим на преподавательский скилл нашего учителя. Этот трюк состоит из трех частей. Первое – колесо, перепрыжка и aerial. Начнем с aerial. Если вы не умеете aerial, то мы оставим вам ссылочку на тут в описании. Вот здесь. Только один маленький момент, который мне очень тяжело дается. Aerial должен быть не гимнастический. Перед aerial'ом добавляем перепрыжку. Так как у меня маховая нога правая, а толчковая левая, значит я на место правой ноги должен поставить левую ногу. Смена ног и мах делаются одновременно. Друзья, у меня не получается один очень важный момент. Во время перепрыжки одна нога должна вставать на место другой. Поэтому я решила себе положить вот такую тряпочку. И попробовать сделать с ней. Как вы могли заметить, у нас очень странный туториал, мы начинаем с конца. Теперь переходим к первой части, колесо. Как нужно его делать? Колесо не гимнастическое. Колесо должно быть не гимнастическое, а триггерское, более горизонтальное. Сейчас у меня супер трудная задача сделать не гимнастическое колесо. Для этого мне необходимо наклонить плечи вперед, сделать мах руками со стороны, не сверху, как обычно, и мах ногой сделать под углом 45 градусов. Все три части делаем колесо, перепрыжку и дерьмовый aerial. Есть два очень важных момента. Весь элемент выполняется на одной линии, и плечи должны быть наклонены. Если вы поднимете плечи, то вас завалит назад и вы упадете. Как только вы освоили все подготовительные упражнения и учли все нюансы, можно переходить к выполнению элемента на 100% скорости. Сейчас я попробую это сделать. Делай. Ну такое. Фокус потерялся. Еще очень важный момент, когда мы будем делать перепрыжку и вообще весь элемент на полной скорости, нам нужно тянуть колено. Мой первый день по изучению этого элемента, поэтому у меня все-таки не очень получается, но я буду его отрабатывать. А Женя вам сейчас покажет, как это делать в процессе. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. В следующем туториале я научу вас делать слайд-кик или подсечку, и мы свяжем это все в супер комбинацию. Вырежешь.